Всем мое почтение, друзья. И сегодня, 25 мая 2021 года, появилась информация, что курс российского рубля к доллару и евро опустился ниже, чем 58 рублей. Вот такое вот укрепление рубля. Это естественное или это искусственно? Если искусственно, то чем это окончится для россиян? Я лично считаю, что это произведет к очень плохим последствиям. Вот это искусственное усиление рубля, насколько хватит России сдерживать девальвацию своей валюты? Я лично считаю, что не намного. Еще месяц, два, три, может быть. А потом придется рубль отпускать в свободное плавание. И что он покажет? Интересно. Посмотрим. Поживем, увидим. А вы вот что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.